Давайте тогда приступим. Поскольку в целом-то у нас раздел все-таки ботаника, поскольку ваша программа идет на языках ваших стран, а у нас русскоязычная программа, мы, соответственно, пойдем по тем темам, которые часть аудитории точно не знает. И совершенно не факт, что при вашей программе они выглядят так же. Если у кого-то они будут дублироваться с прошлогодними, ну, по большому счету, вы адаптируетесь к ним на русском языке. Может быть, чего-то, что дают в ваших странах, мы не будем обсуждать. Может быть, наоборот, мы будем обсуждать что-то, чего у вас по программе не было или нету. Значит, возвращаемся теперь к положению объекта этого года, который нас будет интересовать в систематике. Есть простые клетки, эукариоты, прокариоты, бактерии, археи, а есть все остальные, все многоклеточные организмы у нас со сложными клетками. Эукариоты они называются, да, у которых есть ядро и много всяких разных органелл. Соответственно, в домене эукариот у нас четыре царства. Три настоящие, а четвертое простейшее такое. Ну, в школьной программе туда сваливают всех, кто на самом деле по современным молекулярным данным может быть самостоятельные царства, только маленькие, экзотические. Поэтому в школьной биологии их как самостоятельные не учат, а всех роняют в одну кучу. Простейшие – это одноклеточные эукариоты. И туда, соответственно, вот всех и роняют. Иногда даже каких-то родственников растений. Значит, нас интересуют с вами планты, растения. Да? И, в принципе, мы еще в этом году, наверное, поговорим в конце про грибы. Грибы не совсем родственники растений, они скорее дальние родственники животных, хотя они все равно сами по себе. Поэтому говорить про них в конце года, когда... Дальше мы будем переходить к зоологии, будет вполне корректно и хорошо. Тот факт, что когда-то, раньше, давным-давно, систематики думали, что вся живая природа делится на тех, кто двигается, причем в прямом смысле, то есть бегает, хватает, летает, и не двигается, а растет. Поэтому грибы считали тоже растениями, поскольку они не бегают, не летают, а растут неограниченно. Поэтому их изучали ботаники. И некоторое время была даже такая специальная дисциплина – ботаника низших растений, куда относили водоросли и грибы. Современная биология доподлинно знает, что у них на самом деле мало общего, и они не родственники. Только некоторые водоросли, зеленые водоросли – родственники растений, а многие другие водоросли, хоть и фотосинтезируют растениям, не родственники. Ну, то есть, примерно настолько же, насколько нам. У всех живых существ на Земле был когда-то общий предок, только очень давно. И грибы тоже самостоятельное царство. Поэтому мы начинать с грибов, как часто бывает в школьной программе, не будем, а вот с водорослей начинать будем, поскольку они на растения в большей степени похожи. Ну, вот тут я правил не знаю, это вопрос к модератору. То есть, в принципе, насколько мне известно, это занятие для 7 класса. А какова у вас система переходов, мне неизвестно. Да, вот мне сказали, что в 10-11 классе кто-то ведет общую биологию, может, там кому-то из девяток, у кого уже была анатомия физиологии человека, туда теоретически можно перейти. То есть, в общем-то, видимо, какие-то переходы возможны, но я об этом не знаю. Это вопрос к модератору. Может быть, он сейчас ответит на ваш вопрос. Соответственно, растения кто такие? Да? Мы сегодня начнем с того, из чего они состоят, но для этого надо определиться, кто вообще такие растения. Мы сегодня будем говорить про царство растения, их морфологию, анатомию и немножечко из каких типов клеток они состоят. Значит, царство растения не такое уж большое по сравнению с нами. Царство животное больше 1,5 миллионов разных видов. Правда, почти 1,5 миллиона – это сплошные членистоногие, в частности, насекомые. Да? Это самая разнообразная группа организмов на Земле. Царство растений не такое уж большое, от 350 до 400 тысяч видов. Когда я говорю неточно
Это потому, что на самом деле на текущий момент точно сказать, сколько видов живет на Земле, нельзя, потому что понятие вид придумали люди. И некоторые говорят, это один и тот же вид. Монеры – это как раз прокариоты, а это, по большому счету, даже не царство. Это целый домен. То есть по-школьному, да, можно говорить про 6 царств. 4 вышеупомянутых плюс бактерии и археи отдельно. Но бактерии и археи на самом деле это гораздо больше, чем царство. Если по-школьному, можете отдельно брать царство Монет. Но по большому счету это целый домен. Значит, что касается растений и их видов. Некоторые виды еще не открыты, не описаны, а про некоторые ученые между собой плохо договариваются. Это один вид или несколько. Чаще всего в школе 5 царств выделяют, 4, которые мы описали. Да? Вот эти 4. Эукариотические. Плюс царство бактерий. Но, мягко говоря, бактерии не ровня царствам эукариот, потому что бактерии самостоятельный домен. Вот это все вместе так же далеко от бактерий, как какие-нибудь археи. Если для каких-нибудь экзаменов можете добавить 5-е царство, но оно не будет эукариотическим, да? Оно будет прокариотическим, если называть бактерии царством. Поэтому корректнее в мире называть их целым отдельным доменом. Значит, что отличает растение от других? Как определить, вот это мы отнесем к царству растений или к какому-нибудь другому? Во-первых, все растения изначально, то есть концепция растения, это фотоавтотрофы, то есть те, кто ловит энергию света и за счет этой энергии синтезирует себе еду, органические вещества. Если кто-то из растений перестал так делать, ну, например, растения-паразиты, отвисло. Я, к сожалению, не знаю, когда виснет у меня, а когда конкретно у вас. Так вот, бывают растения-паразиты, которые перестали фотосинтезировать и стали высасывать еду из других растений. Но это с ними произошло вторично, точно так же, как бывают животные-паразиты, которые вдруг утратили, ну то есть не вдруг, а постепенно утратили, например, пищеварительную систему совсем. У их предков она была, а они приспособились к паразитическому образу жизни и упростились. С растениями тоже так бывает, но исходная модель, то есть растения эволюционировали как группа, которая фотосинтезирует. Некоторые, если относить некоторые организмы к водорослям, могут питаться смешанно, и некоторые растения с горя тоже к этому приспособились. Например, знаменитая росянка. Она фотосинтезирует, сахара себе делает из углекислого газа и водички, но поскольку она растет на болоте, и под ней почти нет почвы, там мало минеральных веществ, в частности, мало азота, поскольку белки уже себе построить она не может. Поэтому она одновременно фотосинтезирует, чтобы построить сахара, и ловит комаров для того, чтобы добыть из них аминокислоты. Получается, что она смешанно питается и готовую еду ест, и сама себе делает. Называется это миксотроф, смешанное питание. Ну и паразиты могут питаться чисто чужими веществами, перестать фотосинтезировать сами, но их единицы среди царства растения. Клетка растений, если не считать всяких эвгленовых, вообще всегда окружена целлюлозной клеточной стенкой. А если считать, то практически у всех. Ну, урок 50 минут до 11:50. Соответственно, у растений есть клеточная стенка, то есть снаружи клетка имеет жесткую форму, она не может там выпускать ложноножки, расплющиваться или еще что-нибудь в этом роде. И эта клеточная стенка не из чего попала, а из целлюлозы. У грибов тоже есть клеточная стенка, но она из хитина. У растений обычно есть большая вакуоль, то есть в середине клетки торчит такой мембранный пузырь, огороженный от цитоплазмы. Правда, это если взрослая клетка и не делящаяся, потому что делиться вакуоль мешает. При этом для деления у растений нет такого приспособления, как у животных и грибов, таких специальных цилиндриков, из которых начинает расти
веретено деления, да, которые называются центриоли. Поэтому растительную клетку можно доподлинно отличить. Сейчас мы тут правильно расположимся в центре кадра. Запасают вещества, которые насинтезировали растения, в виде крахмала. То есть, если вы обнаружили какую-то клетку, в которой откладывается крахмал, можно смело сказать, что это растение, потому что у нас с вами или у грибов будет откладываться гликоген, а не крахмал. Хотя есть этот крахмал, мы прекрасно можем. Растения не могут активно двигаться в пространстве. То есть они могут изгибаться, поворачиваться, но это происходит не за счет мускулатуры. А выкопаться и убежать они не могут. Зато при этом они растут неограниченно. То есть мы с вами не будем расти всю жизнь. Вот я уже не то что выросла, я уже, наверное, потихоньку уменьшаюсь. Вы еще растете и будете расти еще лет 10, но достигнете предельных размеров и перестанете. И большинство животных делают так. Растение может расти всю жизнь в буквальном смысле, то есть становиться все больше, больше, больше. Грибы тоже так могут. Значит, рост растений не ограничен, и количество там веток или прочего тоже не ограничено. Поэтому иногда про растения говорят, что они модульные организмы. А сколько в них модулей? Ну, это вопрос времени и ресурса. То есть можно иметь 10 веток, можно 50. 10 или 50 рук я иметь не могу, у меня их по определению 2. А растения могут состоять из многих сразу. Значит, нервной системы у растений нет. Думать в нашем понимании они не могут. И даже реагировать как примитивные животные там каким-то движением на внешнее воздействие не могут. Но, конечно, их процессы жизнедеятельности должны как-то регулироваться. То есть растение должно как-то понимать, что осень наступила, что ночь наступила, что засуха или что-нибудь в этом роде. Да? Жизнедеятельность растений регулируется химическими веществами, которые циркулируют по растению. По проводящей системе переходят из одной части в другую. Такие вещества называются фитогормоны. Фитон – растение, гормоны – это как раз вещества-регуляторы. У нас с вами тоже есть гормоны. Фитогормоны иногда на наши похожи, а иногда нет. Поэтому некоторые гормоны из растений извлекают и в таблетки упаковывают и людям дают, а некоторые совершенно бессмысленно – это вещества, сугубо понятные растительным клеткам. Значит, вспоминаем, какие у растений бывают жизненные формы. Да, на что может растение быть похоже. Ну, самая большая жизненная форма – это дерево. Потом идут кустарник, кустарничек. Ну и, наконец, травянистые растения. Что это означает, кроме размера? Потому что вы, наверное, слышали, что формально там банан – трава. И наоборот, знаете, что какое-нибудь маленькое растущее в икебане, в Японии, в горшке растенница может оказаться деревом. Тогда как же их отличать друг от друга? Да? Дерево – это растение, которое растет много лет, и у него есть один ствол, который пропитался специальными веществами, и это называется одревеснел. Все вы, наверное, там траву срывали когда-то в жизни, и веточку дерева срывали когда-то в жизни. И понимаете, на ощупь, как минимум, разницу между мягкой травой, она, конечно, может держать форму, как соломинка, да? То есть стоять стоя, но она при этом относительно мягкая внутри, относительно легко рвется или ломается. А древесневшую ветку порвать вам не удастся от слова совсем. Перепилить, переломить – это да. А древесневший – это пропитавшийся специальными веществами, там много мертвых клеток механических, которые позволяют много лет держать одну и ту же форму. Кустарник – то же самое, тоже одревесневает и тоже много лет живет, но у него много стволов, и нельзя понять, какой главный. Да? То есть не путаем стволы и ветки. Вот у дерева один ствол, а из него растут разные ветки. А у кустарника прямо из земли вырастает много стволов, и все они, в общем-то, равны друг другу. То есть нельзя сказать, кто из них главный. Тогда это кустарник. Какая-нибудь сирень или калина. Кустарничками называют маленькие многолетние растения, у которых
Есть древеснеющая часть, которая многолетняя, и отрастают такие тоненькие, не одревесневающие побеги, например, черника и брусника, это кустарничек. То есть они не такие, как настоящие кусты, они маленькие, до 50 сантиметров, и побеги у них очень сильно ветвятся, но часть куста черники не отмирает на зиму, а живет и на следующий год. Но иногда еще выделяют полукустарники или полукустарнички, у которых верхняя часть вот этого всего куста отмирает, а нижняя часть используется для следующего года. Полынь, например, если ее покопать, вы обнаружите, что у нее в самом основании есть часть, которая не отмерла, она не от корня заново вырастает. А вот травы – это, собственно, такие растения, у которых не одревесневают стебли, и обычно надземная часть, если они не в тропиках, конечно, живут, на зиму отмирает, а подземная сохраняется. Травы бывают однолетние, выросли, лето поросли, отцвели и умерли, разбросав семена. Двулетние, довольно частая, кстати, штука в наших широтах, ну и даже в более южных широтах, типа там Средиземноморья или чего-нибудь такого, которые один год росли, 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 копили силы, а в другой год расцвели. Ну и, наконец, многолетние травы, которые могут каждый год заново отрастать. Как растения устроены и что это изучают? Во-первых, напоминаю, если вы вдруг не в курсе, почему-то российские школьники очень часто считают, что анатомия – это наука о человеке. Вот так прям спрашиваешь, там, список наук. И они могут всякие умные науки биологические знать, такие экзотические слова, там, орнитология – наука о птицах, териология – наука о млекопитающих, даже могут написать, что микология – наука о грибах. Да, сирень, кустарник, конечно. Другое дело, что иногда у кустарника не сложилось много стволов отрастить. И у вас сирень сколько-то лет торчит с одной веткой. А потом от того же корня отрастают новые стволы. Значит, при этом многие искренне считают, что анатомия – это про людей. Нет, анатомия – это наука, которая изучает внутреннее строение. Кого угодно. Может быть, анатомия собаки, анатомия гриба, анатомия растения. Да? Если сейчас на ботанике запомнить, что анатомия растения – это анатомия, то вам потом будет легче не думать, что анатомия человека – это только слово «анатомия», только к человеку применимо. Про внешнюю форму есть наука морфология. Морфо – это форма. Соответственно, морфология растений изучает, как снаружи устроено растение. Вот, грубо говоря, ветки, стволы, даже вот прожизненные формы, все, что мы сказали, это морфология практически, кроме одревеснения. А анатомия изучает, как растение устроено внутри. Соответственно, на уровне тканей, клеток и органов. У растения есть понятие органы, но их часто выделяют как внешнее устройство. Значит, анатомия в основном займется тем, что там внутри, какие ткани и клетки, как они себя ведут. А морфология будет в основном говорить, как снаружи устроено растение, какие у него листья, ветки и прочее. То есть, если мы говорим, что листья растут друг напротив друга супротивно, это морфология. А если мы говорим, что внутри у жилки каждого листа есть ксилема и флоэма, то это анатомия. Все растения исторические, как я уже сказала, делили на низшие и высшие. Когда-то к низшим вообще относили грибы, которые вообще совсем не растения. Но по сию пору как низшие растения рассматривают различные водоросли, хотя только некоторые из них реально близкие родственники растений. Что важно понимать? Постараюсь помедленнее, чтобы не зависало. Никакой раздел ботаники не изучает человека. Человека изучает наука антропология. Ботаника изучает растения. У некоторых водорослей, типа бурых, начинают возникать ткани и органы. Да? Поэтому вообще это довольно естественно
предположить, что организмы в мире такие определились. Ну, я на темной стороне, а вы на светлой. Я буду без тканей, а вы с тканями. Ну, тогда кто-то же должен был произойти один от другого. Соответственно, какие-то переходы должны были быть. И некоторые водоросли устроены сложнее, чем другие. Поэтому для экзаменов, по школьному, так в общем, принято считать, что у низших растений, у водорослей, нету органов и тканей, да? У них однородное тело, называется таллом или слоевище. Но на самом деле, конечно, мы будем с вами говорить в следующий раз, когда будем обсуждать водоросли, у некоторых водорослей появляются зачатки тканей, а у некоторых даже обособленные, можно сказать, органы. То есть, если вам ставят вопрос так, чем отличаются водоросли от растений, и там вариант ответа «не имеют органов и тканей». Это правильный ответ в общем и целом для всех водорослей. Но некоторые среди водорослей устроены немного сложнее. Почему вообще возникли органы и ткани у растений? Водоросли, как вы догадываетесь, исторически жили в воде. Кусками таллома вегетативное размножение. Да? То есть кусками того тела, которое живет, а не специально для размножения приспособлено. Про вегетативное размножение мы много поговорим. Многие растения так могут, а уж водоросли вообще очень любят так делать. Откуда взялись у растений органы и ткани? У животных органы и ткани возникли еще когда они жили в Мировом океане, потому что они двигаются. Чтобы думать, двигаться, переваривать пищу, органы и ткани нужны. У животных ткани и органы. Вот это важный вопрос. У всех видна презентация? Она есть, и я ее листаю. Окей. Тогда продолжим. Тогда получается, что у животных органы были давно, а в воде органы особо не нужны. Потому что растение делает что? Растение ловит свет, и в толще воды водоросли тоже ловят свет, и вырабатывают органические вещества. Воду они всасывают прямо поверхностью тела, свет ловят тоже поверхностью тела. Зачем какой-то вообще орган, если ты живешь совершенно в воде погруженный? Появление органов и тканей, это называется дифференциация. От слова different, difference, разнообразный. Дифференциация, это когда у тебя появляются разные клетки или разные органы и ткани. Вот дифференциация тела растений связана с их выходом на сушу. А те водоросли, у которых есть какие-нибудь хитрые системы, похожие на ткани и органы, это водоросли приливно-отливной зоны. Вот те же бурые водоросли, они чаще всего живут где-нибудь на литорале, откуда вода периодически уходит, или где воды толща небольшая. Когда растения вышли на сушу, тут возникла очень простая история. Водоросль что делала? Всасывала воду поверхностью тела и болталась в воде, улавливая свет. Вода плотная, она держит тело водорослей на плаву. Как только ты оказываешься на суше, во-первых, воздух неплотный. И если у тебя нет твердых каких-то тканей, ты просто падаешь и лежишь лежа. Если ты упал, и на тебя упал кто-то другой, то он перекрыл тебе свет. И ты перестал получать свет для фотосинтеза и умер. Соответственно, надо стоять стоя. Для этого нужны приспособления, чтобы стоять в воздухе. Кроме того, в воздухе нет воды. Есть, конечно, пар, но довольно мало. Зато вода есть в почве. Соответственно, из почвы надо высасывать воду, но там темно, там невозможно фотосинтезировать. А наверху надо воду не высасывать, а скорее даже наоборот испарять, иначе как насос ты работать не будешь, тебе же надо куда-то ее отправлять, если ты ее высасываешь снизу. То есть наверху надо ее испарять и улавливать свет. Получается, что верхняя часть растения по задачам кардинально отличается от нижней. Именно поэтому у растений на земле возникают разные органы и ткани. Тело растения делится на подземную и надземную часть. И подземная часть занимается одним, должна иметь один тип клеток, а надземная другим. Значит, органом у растения называют ту часть, у которой есть
совершенно определенное строение, мы можем его описать, и определенная функция. У растений есть органы для жизни, для того, чтобы себя обеспечить. Их называют вегетативные. Вегетация – это жизнедеятельность. И генеративные. Генерация – это производство. Это органы, которые существуют только для того, чтобы размножиться половым путем. Вот цветы, например, это органы генеративные. Они для жизни растению не нужны вообще ни зачем. А листья или корни – это органы вегетативные, без них растение погибнет. Значит, основные вегетативные органы высших растений, тех, которые вылезли на сушу, это корень и побег. Можно рассматривать некоторые части побега как самостоятельные органы, потому что стебель и лист у большинства растений делают разные вещи. Стебель не обеспечивает много фотосинтеза, у него маленькая площадь обычно, но зато он проводит вещества, да, и обеспечивает прочность и стояние вертикально. А листья как раз обычно это большой площади уплощенные такие специальные органы, которые обеспечивают фотосинтез. Значит, какие ткани слагают эти органы? Вообще, что такое ткань? Ткань – это клетки и то, что между ними. Многие думают, что все клетки обязательно пришиты друг к другу намертво, но это не всегда так. Иногда между клетками есть некое пространство, и там, конечно, не вакуум. В этом пространстве находится какое-то вещество межклеточное. Иногда можно туда нарочно выделять из клетки какого-то специального вещества. Значит, ткань – это система клеток и межклеточного вещества между ними, в которых общее происхождение, то есть все эти клетки произошли от какой-то общей клетки предка специфической, похожее строение и, главное, общая функция. У животных ткани будут всего лишь эпителиальные покровы, да, соединительные, мышечные и нервные. Это очень разные вещи. А у растений тканей больше, и они совсем другие. Шестую ткань часто не выделяют. Значит, первые пять в любом учебнике фигурируют, да? А про шестую иногда говорят отдельно, иногда не говорят. Просто делают вид, что как бы, ну, это модификация какой-то из, но поскольку совершенно нельзя сказать, какой конкретно, поскольку корректнее будет выделять и шестую. Но если вам попадется в тестах или учебниках пять, ну, для школьной программы это нормально. Во-первых, раз клетки растений имеют манеру покрыться толстой-толстой стенкой и заполниться большой-большой вакуолью с соком. Вот эта вся конструкция, толстенная стенка и большая вакуоль ужасно мешают делиться. Такой клетке уже практически не поделиться нормально. Соответственно, у растений для того, чтобы клетки делились и нарастали, есть специальные ткани. Только конкретные ткани растений – делятся. Их называют красивым словом меристемы, образовательные ткани. У растений есть покровные ткани, они имеют очень специфическое строение, чтобы на суше, на воздухе растение, грубо говоря, не испарилось, не потеряло всю воду вообще, и было защищено от всяких внешних воздействий, механических, химических, там, световых, каких угодно. Есть ткани, которые называют основные или паренхематозные, паренхематические. Это просто масса клеток, которая занимается либо хранит запасы, либо фотосинтезирует. Не очень сильно специальная. Есть механические ткани, которые просто создают прочность. И, наконец, есть проводящие. Те, которые проводят вещества снизу вверх и сверху вниз и в разные стороны растения. Меня пугает, что никто не отвечает. Один Оскар ничего не слышит или... Окей. Шестая группа, которую редко рассказывают в школе, это выделительные ткани, поскольку не у всех растений они вообще развиты. Большинство растений ничего специально не выделяет. Но у некоторых растений есть
клетки или целые скопления клеток, которые выделяют специальные вещества. Значит, начнем с вами с меристем. Так же, как у нас есть стволовые клетки, которые все время делятся и никак не становятся особенными. Также и у растений хорошо делятся только те клетки, которые не специализировались, не обросли толстой стенкой, не вытянулись, не умерли, не опустели, не заполнились вакуолью. Маленькие клеточки с тоненькой клеточной стенкой, практически между ними нет пространства межклетников. То есть действительно такая масса тесно прижатых друг к другу клеток, которые все время делятся. Клеточные стенки очень тонкие, легко растягиваются, поэтому когда они делятся, это не проблема. Хотя вообще растительная клетка не может поделиться вот так. Клеточная стенка несминаема. У нее посередине вырастет новая мембрана и клеточная стенка. Вакуоли большой у таких клеток быть не может, она мешает делиться. Да, трудно поделить пополам комнату, в середине у которой стоит слон. Цитоплазма, наоборот, все заполнено цитоплазмой, такой густой, вязкой. Большое ядро, которое хорошо разделяется на два новых ядра. И обычно оно посередине, потому что у тех клеток, которые дифференцированы, если у них есть ядро, обычно посередине огромная вакуоль, а ядро где-нибудь к стеночке примазано там сбоку. Для деления это опять неудобно. Для деления удобно, чтобы клетка была с ядром посередке. И можно было генетический материал скопировать и разделить пополам. Соответственно, и в микроскопе эти клетки выглядят как такая масса мелких клеток с яркими ядрами посерединке. Какие бывают меристемы? Во-первых, бывают меристемы зародыша. Вот тут вот разрезанное зерно. И в нем сидит маленький зародыш, который потихоньку впитывает питательные вещества из всего зерна. Да? Поэтому мы, собственно, из зерен и делаем муку, потому что там много питательных веществ, которые растение заготовило для своего зародыша. А мы взяли и съели. Значит, у зародыша есть несколько меристем, которые позволяют ему вообще прорасти. Да? Меристемы корневые и на кончике побега, которые обеспечивают вообще его первичный рост. Когда он увеличивается, ему нужно расти не только в длину, что первичные меристемы хорошо обеспечивают, но и в толщину. Он же не может быть бесконечно тонкой, длинной макарониной, хрупкой. Для того, чтобы ему расти в толщину, из этих первичных меристем обособляются вторичные по бокам, которые позволяют ему делиться и в поперечном направлении. По месту иногда различают, где они находятся. Кончик – апекс. Соответственно, апикальные – те, которые на кончиках побега или на кончике корня, те, которые позволяют расти вот чему-то в длину, вперед расти. Бывают боковые, да, это как раз те вторичные, за счет которых можно расти в толщину. Вот они так кольцом расположены внутри побега и так утолщают его, утолщают, делятся. Ну и для того, чтобы, опять же, представьте себе, что вот выросло дерево, у него образовались веточки, оно вот такое маленькое, вот оно растет кончиком, другим кончиком и в толщину. А между веточками расстояние не увеличивается. То есть у него получится такой длинная вермишелина на конце, длинный корень, а посередине вот эта микроскопическая конструкция с веточками, конечно, это не так. Расстояние между ветками по мере роста тоже должно утолщаться, увеличиваться. Поэтому возникают так называемые вставочные меристемы. Вот там, где происходит ветвление, это называется узел, там обычно тоже формируется слой клеток, который делится. Чтобы у нашей березки, у которой было расстояние между ветками вот такое, когда она подрастет, оно стало уже вот таким, а когда вырастет, стало там 2 метра. Есть еще один случай, о котором, если хорошенько подумать, вы бы, наверное, догадались. Это раневые меристемы. Если растение травмировать, проделать в нем дырку. У любого нормального организма, если в нем проделать дырку, эту дырку нужно зарастить, закрыть. Иначе туда пролезут всякие микроорганизмы, которые начнут его есть, портить, губить. Да? Соответственно, в месте травмы, там, где мы растение повредили, ну, не знаю, укусили, топором рубанули, еще что-нибудь с ним сделали. Клетки тоже перестраиваются, да, перестают быть дифференцированными, и возникает заново раневая меристема. То есть
клетки там начинают делиться, делаются тоненькими, чтобы такой шрам образовался, чтобы зарастить эту дырку в бедном растении. Следующий тип тканей – покровные ткани. Их главная функция – защитить. Если это тоненькие молодые органы, у которых тоненькая кожица, защитить, чтобы они не потеряли всю воду, не испаряли. Кроме того, если это потолще органы, защитить их механически, чтобы они не сломались, чтобы на них разные там предметы не повредили их. Представьте себе дерево, как легко его можно повредить снаружи. Ну и при этом нельзя просто заизолироваться такой броней, потому что по-прежнему надо обмениваться со средой газами, в том числе испарять воду в виде пара. Но не всю, а чуть-чуть. Значит, задача такая – защититься, но не наглухо, чтобы газообмен остался. У тоненьких молодых органов есть первичная покровная ткань. Она называется эпидерма, так же, как у нас эпидермис. Да? Это живые клеточки, которые вот как барьер друг к другу прилегают плотно, да? друг к другу прижимаются и покрывают все молодые органы. Вот этот верхний слой – эпидерма. И вопреки убеждению многих, он не наполнен хлорофиллом, он не фотосинтезирует. То есть, если вы аккуратненько снимете кожицу с листа, то она прозрачная. Периодически в этой эпидерме надо делать отверстие, а ее для надежности можно еще покрыть слоем, который еще больше мешает испарению. Этот слой называется кутикула. Можно наружу выделить вещество, такое похожее на воск, кутин называется, и тогда испарение еще уменьшится. Многолетние растения так делают. Вы, наверное, с этим сталкивались на некоторых листьях и плодах. Знаете, когда воду наливаешь, а она такими крупными каплями скатывается. Почему крупными каплями? Почему все яблоко не смачивается, а на нем вот такие красивые капли росы? Потому что оно покрыто восковым налетом, который отталкивает воду по максимуму, и она старается минимизировать площадь соприкосновения. Понятно, что если ты покрылся воском или кутином, то газообмен через это такое плотное непроницаемое вещество тоже прекратится, так же, как и испарение. Соответственно, нужно проделывать специальные отверстия, через которые будет происходить газообмен. Эти отверстия называются устьица. Они у большинства листьев снизу, потому что сверху светит солнце и нагревает, и испарение усилится. А снизу это не так актуально. Но если вы, например, водное растение, вот какая-нибудь кувшинка в воде, да, снизу у ее листа просто вода, испарять туда невозможно. Поэтому у нее устьица сверху. А если это какой-нибудь злак, у которого листья вообще стоят вертикально, да, то у него одинаково, что на верхней условно, что на нижней условно поверхности, потому что у него нет верха и низа, ему светит то туда, то сюда. Поэтому устьица не всегда на нижней поверхности, а в зависимости от того, как эти листья в пространстве расположены. Как устьица устроена? Это две клетки, у которых стенки неравномерно толстые. Все надували воздушный шарик в жизни. Обычно у воздушных шариков на конце есть такой слой более толстой резины. И он хуже растягивается. То есть, когда надуваешь шарик, боковые стороны растягиваются легко, а вот этот кончик, он не растягивается почти совсем. То же самое у этих клеток. Когда они наполняются водой, а у растения главный механизм менять форму клеток, это запускать в них воду или не запускать. Вот когда они наполняются водой, эти жесткие утолщенные участки плохо растягиваются, а более тонкие растягиваются очень хорошо. Из-за этого их перекашивает. И между этими толстыми участками открывается щель. То есть, грубо говоря, устьицы открываются не потому, что у них мышцы есть, они такие, оп, как моллюск, и открылись, а потому что их неравномерно раздуло. Они изменили форму, и щель приоткрылась. Под устьицем обычно такая пустота газовоздушная, и через открытые устьицы может испаряться вода, заходить кислород и углекислый газ. Дальше идет
Если вы не однолетнее растение, а многолетнее, можно покровную ткань сделать потолще. Она уже тогда будет неживой. Вторичная покровная ткань, перидерма, состоит из пробки, клеток, которые делятся и образуют пробку. Она нарастает под эпидермой снизу и пропитывается такими специальными веществами, которые вообще не пропускают воду. Если она пропитывается такими веществами, клетка умирает, клетка не может жить без воды. Поэтому эти клетки, клетки пробки, мертвые, а вот стенки у этих клеток очень толстые, пропитанные специальными веществами, там, суберином и лигнином. Раз эти стенки клеток непроницаемы для воды, они непроницаемы и для газов, то есть это такой слой, действительно, как броня, которая ничего не пропускает. Соответственно, перидерма должна растрескиваться, чтобы в ней образовались такие чечевички, большие дырки, через которые к живым клеткам будет поступать кислород и углекислый газ. Ну и, наконец, если вы уж совсем дерево или многолетний кустарник, то может сформироваться толстая покровная ткань, которая называется кора или корка. Это означает, что под первым слоем вот этой самой перидермы с пробкой мертвой образуется еще один такой слой. И еще. И образуется такой многослойный бутерброд или торт из этих мертвых, опробковевших слоев. Естественно, те клетки, которые, под которыми опять такой слой образовался, они тоже погибают, к ним не поступает вода и питательные вещества. И получается толстый слой мертвых, прочных клеток, которые защищают дерево снаружи. К сожалению, эти клетки не могут растягиваться. Они такие затвердевшие. Поэтому, когда ствол утолщается, то кора лопается, трескается. Снизу иногда эти трещины, там, где живые клетки снизу, они делятся и заполняют эти трещины, если они уж совсем большие. Но, в принципе, вы неоднократно на какой-нибудь сосне видели, что у нее просто снаружи вся кора покрыта такими трещинами, отдельными расходящимися кусками, потому что она лопается от такого напряжения. Что касается механических тканей, то это примерно та же самая история, только внутри у дерева. То есть это мертвые, твердые стенки, да? Ну иногда не мертвые. Вот есть версия, когда они не мертвые, коленхима, когда еще внутри живое содержание, и тогда стенки утолщены не везде. Да? В уголочках, например, они супер толстые, а посерединке они вполне тонкие и проницаемые, чтобы с другими клетками обмениваться веществами. Да? Иногда даже хлоропласты еще в таких клетках есть. А иногда бывает уж совсем продвинутая механическая ткань, склеренхима, у которой стенки прям совсем одревеснели, она отмерла. Протопласт – это цитоплазма и всякие органеллы. И тогда получаются волокна, которые внутри у растения могут быть, из которых, например, часто веревки делают. Да? Эти волокна могут быть в разных проводящих тканях, но сами волокна, они уже мертвые. Они тоже создают твердый слой, но только не снаружи у дерева, а внутри, чтобы оно стояло. Да? Проводящие ткани. У дерева есть принципиальная разница. Проведение вверх и проведение вниз. Вверх от корней к листьям идет вода и всякие минеральные вещества, потому что фотосинтез идет в листьях. А вниз от листьев к стволу и корням идут синтезированные питательные вещества, органические, крупные. Воды и минеральных веществ нужно очень много, потому что вода все время испаряется. Иначе, если она там наверху останется, снизу она перестанет поступать. Для того, чтобы она снизу присасывалась, она сверху должна все время исчезать, уходить, испаряться. Соответственно, та часть проводящей системы, которая ведет вверх, она гораздо больше, чем та, которая ведет вниз. Называется она по-умному ксилема. Может, вы слышали ксилофон, такой инструмент, по которому стучат деревянный. Вот ксила – это дерево. По-русски она называется древесина. Состоит она из таких пустых трубок, сосудов или трахеи и трахеид.
таких клеток пустых, которые друг с другом граничат стенками. Ну и между ними стоят древесные волокна, чтобы она не гнулась, не ломалась. Сосуды – это прям трубки, то есть между этими клетками разрушаются перегородки. А трахеиды – перегородки не разрушаются, но в них много-много дырочек. Трахеиды имеют вот такие контакты, но в этих контактах много дырок, пор. А у сосудов эти контакты вообще разрушились, много-много клеток подряд превратились в одну длинную трубку. Соответственно, у древесины эти клетки пустые внутри, чтобы по ним шла вода, и мертвые, от них одни стенки остались. То, что проводит органические вещества вниз, называется флоэма, или по-русски луб. И состоит она из клеток, заполненных цитоплазмой, не из пустых трубок, потому что органические вещества идут не стоком воды, а диффундируют вот по цитоплазме. Это могут быть клетки, у которых внутри ничего, кроме цитоплазмы, нету, то есть жидкость в них есть, но всяких там ядер и органелл, которые бы мешали течь веществам, нету. Это называется ситовидные трубки. А есть более примитивная история, когда органеллы там еще есть, тогда это называется ситовидные клетки. Ситовидные клетки у голосеменных, у всяких елок, сосен и у всяких папоротников, хвощей, а у самых крутых растений, у цветковых, у покрытосеменных, у них уже ситовидные трубки. Но получается, что у этой клетки цитоплазма есть, а ядра нет, и как жить она не знает. Поэтому у нее должны быть клетки-спутницы с ядрами, которые для нее будут делать всяческие вещества. Ну, наконец, остались основные ткани, паренхима, то есть это просто много-много-много клеток, которые либо фотосинтезируют, содержат хлорофилл, да, их ее иногда называют хлоренхима. Ассимиляция – это, собственно, встраивание веществ в себя, фотосинтез. А иногда в некоторых местах, ну, например, в клубне картошки это всем доступно, или в каком-нибудь толстом сладком стебле, эта масса клеток в глубине занимается тем, что запасает вещества, хранит их. Тогда ее называют запасающая паренхима. В самих вот стеблях, в корнях, в органах для размножения, если это запас для детеныша, часто клетки заполняются, вот как здесь, например, крахмалом. Да? Вот эти клетки, у которых такие белые шарики внутри, они заполнены зернами крахмала. А вот эти клетки, которые здесь изображены, они заполнены хлоропластами, чтобы фотосинтезировать как можно больше. Все такие клетки паренхиматозные, они не вытянутые, не жесткие, они примерно одинаковые и такие не очень утолщенные. В принципе, иногда бывает специальная какая-нибудь паренхима. Например, у водных растений бывает паренхима, в которой огромные пространства между клетками заполняются воздухом, чтобы растение плавало. И тогда вот вся эта ткань нужна только для того, чтобы поддерживать плавучесть, воздухоносная паренхима. Ну и последняя история, которую некоторые в школе не обсуждают, потому что не у всех растений это есть. Это ткани, какие-то группы клеток, которые выделяют разные химические вещества. Это могут быть вещества какие-нибудь, сахара, нектары, для того, чтобы привлечь насекомых. Вот у цветка, через минуту заканчивается урок, у цветка есть нектарники, такие небольшие группы клеток, которые выделяют сладкий сироп, на который, собственно, и прилетают насекомые. Конечно, растению не интересно, чтобы насекомые ели пыльцу. Растению интересно, чтобы насекомые испачкались в пыльце и улетели на другой цветок, ее перенесли. А еду для насекомых, чтобы их приманить, растения синтезируют специально. Некоторые растения специально выделяют воду, не просто испаряют, например, в тропиках, где очень влажно, и испарять воду трудно, она не хочет испаряться, очень насыщенная паром атмосфера. Они прям то, что называется, плачут, то есть прямо капли жидкой воды выделяют. Такие органы называются гидатоды или осмофоры. Ну и есть еще всякие сосны. Да, росянка для того, чтобы приклеить комаров, тоже должна выделить специальное вещество, которое этих комаров приманивает. Совершенно верно. И росянке, и другим растениям, хищникам тоже надо будет этим заниматься. Ну и, наконец, вы, наверное, знаете, что некоторые растения внутри себя выделяют смолу
Или млечный сок. Например, у одуванчика такой белый млечный сок. Соответственно, внутренние выделительные структуры тоже бывают. Вместилище смолы или молочка. Ну и последний у нас урок с вами закончился. Мы вынуждены расходиться. Напоследок только скажу, что когда растения двигаются, это не мышцы. Они могут либо расти в какую-то сторону, то есть вот тут светит свет, так часто бывает в комнате на балконе, вот там светит справа, и растение растет туда. Когда растение растет не куда попало, а куда-то, это называется тропизм. Анасти – это когда растения, какие-то клетки набухают, а какие-то сдуваются, и от этого оно просто поворачивается или сгибается, там лепестки складываются или листья скукоживаются. Это называется настией. На этом мы сегодня с вами расстаемся. Соответственно, до свидания, до следующего раза.